После вчерашних плюс 37, сегодняшние плюс 30 за счастье, да еще и северный ветер. А за все это спасибо холодному фронту, как раз таки с севера. Прямо сейчас он над нами. Вот только выполнять все свои профессиональные обязанности этот атмосферный товарищ, как и его недавний предшественник, отказался. В том смысле, что сейчас серьезных дождей, как, впрочем, и каких-то серьезных туч у нас не наблюдается. Но осадки в ближайшие два дня все-таки будут, кратковременные и местами. Осадки, мы от них не отказываемся. Завтра тоже день будет один из самых более вероятных на то, что все-таки холодный фронт этот еще завтра себя проявит. Он очень медленно смещается, он здесь над нами на несколько дней остается. Конечно, осадки он не даст, какие мы хотели бы, но тем не менее дождь местами обязательно пройдет. Так что, если над вами нет дождя, вы просто не в том месте. К слову, нынешнее около плюс 30 – это наша июльская норма. Но вот только продержится она, увы, недолго, до середины следующей недели. А там за дело возьмется наш постоянный поставщик жары – средиземноморский антициклон. Опять ждем плюс 35 и выше. Да, и на дожди там можно не рассчитывать. Есть шансы, что таким будет весь июль. Опять к нам придет жаркая погода. Температура воздуха в дневное время. Опять все шансы есть, что достигнет и превысит 35-градусные отметки. А ночное время тоже в районе 20 и выше. Ну а теперь о пятнице. Завтра днем у нас до плюс 32, переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ночью плюс 16-18. Послезавтра в погодном расписании без перемен. Инга Гудаль, Василий Гриб и Дмитрий Ягодкин. ТСВ.